Добрый день. Представляем вашему вниманию бензиновую помпу Садко GVP-34. Помпа двухтактная, рассчитана на перекачку слабо загрязненной воды с частицами до 8 мм. Перекачивает она 8 кубометров в час. Здесь в комплектации идет гарантийный талон, инструкция на русском языке и сама помпа. Помпа очень легенькая. К ней также идут две отвертки, свечной ключ, хомуты и фильтр для воды, чтобы туда не попадали крупные частицы при перекачивании. Помпа, как я уже говорил, двухтактная, то есть заливается смесь бензина с маслом. Имеет воздушный фильтр грубой очистки. Здесь регулируется подача топлива, то есть можно регулировать мощность подачи. Заводится помпа вручную. Входное и выходное отверстие. Также здесь сверху отверстие для залива воды. То есть перед использованием помпы необходимо залить воду в это отверстие, чтобы она не работала на сухую, чтобы была смазка внутри для крыльчатки. Крыльчатка там металлическая. Здесь корпус также весь металлический, все нагружаемые детали изготовлены из никакого пластика, то есть все из металла. Высота подъема 17,5 метра. Помпа в основном предназначена это для полива, для закачивания в емкости. Это бассейны, можно перекачивать воду. В принципе, она универсальна. Можно перекачивать любые жидкости. Отличная модель.